сразу пошел сумасшедший спам от людей, которые просили мне: не надо! Где вы были, ребята, когда писали, что тут лагает? Все нормально. Зато сейчас буфер у нас пройдет, потому что мы на несколько раундов, я по стриму тут слышу, мы отставали. Но сейчас все вернулось на свои места. Эко у ДТС. Ну и тут будет, конечно, сложная игра уже по счету для ДТС. В пятый раунд в атаке выигрывает сейчас МТВ. Минус от Ангела. Эйв минус Поп. Все, Ангел последний, знают, где он находится. Сейчас будут загонять. Аркадион хедшотом убивает Кирилла. И пятый раунд для МТВ. Ну все как-то вот, как-то пока печально. Все могло быть по-другому. Все могло быть по-другому, но пока никак. Ну что, давайте посмотрим, наверное, за тем, что сейчас делают ДТС. Смотрим с карты. Попс на улицу. Кучер в девятку. Там же хаос, крафтик на планте. Ангел 1 на Б вообще остается. Прошивы, прошивы, дверь, будку. 9, наверное, также нет. Да, 9 также прошивают. Сейчас посмотрим, это очень интересно. Майнет прошивал, все, прошивы закончились. Ангел пошел на поджим с Б сейчас по инфе. Видим, девайсы не очень хорошие у парней ДТС. Вот Кольт с Фамосом сейчас пошли поджимать потихонечку, потихонечку. Ноль, очень интересно, Майнет здесь за углом на рампе слева сидит, справа заход пошел с респа. В будку прокидали гранатами датчане. Возвращают все, ой, очень жестко убивают Ангела. Тупо убивают Кучера. Крафтик врывается под это все дело, здесь никого не видит, минус от Аркадио. Крафтик, ну, хоть один минус сделал, но провал, провал от парней из команды ДТС. Минус от Эйва, ну и все закончилось. Шесть два. Ну, не знаю. Опять же, по поводу того, у кого там что лагает, ребят, это уже пишите на On3D сайт. Пишите письма мелким почерком, чтобы сделали все хорошо для стран СНГ. Ангел поджимает улицу, смотрите, ну, ай-яй-яй, зачекали Ангела, здесь успы, здесь эко. Ну, я уже вижу, что все, игра поломалась, нюк не получается, и, честно, я уже в девятом раунде игры, и, конечно, предвещаю некий провал. Что-то мне, ну, к сожалению, не верится, что ребята из ДТС сейчас спасут ситуацию, как-то наберут еще несколько раундов там в защите, хотя бы там, я не знаю, сколько там... Три хотя бы еще. Это 10-5 бы проиграть сторону и потом выиграть пистолетный и тащить во второй половине. Очень сложно это делать. Практически нереально. Мы видим, что МТВ просто великолепно проводит свою атаку. 7-2. Ну и сегодняшний матч, наш последний, может оказаться все-таки довольно печальненьким. Да, это, конечно, плохо. Ну и напомню всем информацию о сайте Киберарена ТВ, что здесь, ребята, будут еще, не знаю, сколько дней будут проходить технические работы, поэтому он не всегда будет работать, тут очень много изменяют, добавляют, корректируют, настраивают, поэтому уж имейте терпение, все будет жестко. Так, Майнеты попадают, где он был, посмотрите, на Б, где-то под Б, его, наверное, даже не знаю, даже откуда Ангел, наверное, все-таки с Б его так нашел. 39, Аркадион на улице, в ангаре, неужели в ангаре 2? Нет, крафтик был под попсом. Попса загоняют сейчас за углом ангара. Сейчас ему хаде сейчас пришлют сюда, я думаю. Но крафтик поднимается на хилпу. Идет на улицу. Сейчас отфлешит такой навесной флешечкой. И... нет, уходит. Уходит. Попса контролят по-прежнему. Хотя, может быть, и не контролят. Его все-таки, наверное, не видели. Пора попсу уже действовать. Флеш. Флеш с ангара. Врыв. В это же время есть минус. Ну все, снял одного. 25 хп осталось. А, ну и было 25 хп, это очень хорошо. И пока еще жив. Пока еще жив Попс и прошивает угол. Там есть, кстати, Аркадион за этим углом. Не попал у него этот прострел. Он сейчас попал, 70! Аркадион в ответку прошивает. Ой, как жестко Попс отстрелил Аркадиона. Классный момент, 5 на 2. Попс классно играет в ангаре. Трейс контролит его. Майнет 3 хп, эйв 53. Ну там и крафтик минус трейс, хаос минус эйв. Все, все, все. Три хелса у парня осталось, он перед будкой, Ангел его прошивает, 7-3. Ну вот только я покритиковал команду ДТС, идеально был выигранный раунд, без единой потери. И 7-3, 7-3 в матче.
Ну хорошо. За продолжением этого матча давайте наблюдать. Может быть, еще какая-то надежда у нас осталась в этой игре. Ну, надежда для фанатов и тех людей, которые переживают за команды ДТС, которые не очень любят МТВ. Мне всегда очень нравилась эта команда, но все-таки в последнее время и, конечно, после копенгагенских игр вообще мнение испортилось очень сильно. Зоник снимает Тарас Крафтик в девятке, кто-то перестреливался очень долго. Вот Хаос минус сейв, это был Кучер. Смотрите, как по передней выходит. Нет, это Хаос с Кучером здесь на передней. Разобрались и 3 в 3. Что, перетяжка на Б сейчас пойдет? Давайте глянем. Попс на улице. Да, проходит на рампы. Там абсолютно пустой проход. Неплохо, по-моему, только что прошил, как я понял, Кучер и пробил Аркадиону на приемнике. Его хоть... Нет, это был Майнет. Попс делает минус на улице. Зоникс и минус Попс. Уже под девяткой. Кучер, ну же! Мужик, Зоник себя взрывает, ну тоже неплохо, Хаос 1 на 1, 2 хп у Майнета, ну вот. Тут надо брать такой раунд, Хаос перед будкой, надеюсь, не повис, нет, шевелится, не повис, все, контролит, не ходи тут, фух, хорошо. Хедшотом минус Майнет, 7-4. Ну и вот собрались парни из ДТСов, когда же закончатся деньги у датчан, очень важный вопрос, наверное, нет, все-таки бай есть, и деньги также. Что за хуй, олигархи какие-то, а не Mortal Teamwork. Классно, классно. Все-таки они начали в атаке резво, 7 раундов взяли. Но может быть что-то еще смогут ДТС. Им надо, конечно, сейчас очень много сил потратить. Может быть получится выиграть сторону. Было бы, конечно, замечательно выиграть 8-7. Взять пистолеты в атаке. Тогда бы вообще все поменялось ног на голову. Поэтому погнали. Зоник, раскидка аплент. Выход сейчас будет на... выход пошел. А кто у нас на... Никто, отдали точку... Крафтик с канала раскидывает, ему также кинули гранату. Попс пристройки, минус А. Ну пошли, пошли! Ха, минус от Эйва. О, Попс, Кучер, да, фрага. Крафтик отвлекает из труб. Ой, ему сейчас хае подкинут. Ну что, 2 на 2. Крафтик получил хае. Аркадион, Зоник, Кучер, Крафтик. Такие игроки остались. Бомба не в руках игроков, она где-то на точке А валяется, где-то здесь перед дверью. Даже вообще она посреди аплента валяется. Аркадион, Кучер, видели вообще бомбу или нет? Ну, должна быть инфа по табу. Игроки должны сказать, что бомба нет. Кучер хорошо попал. Ну и получил также. У него 25 хилсов. Крафтик уходит на Б. Но бомба на А. Вот сейчас подбирает бомбу. Есть инфа. Бомба на А. Кучер никуда не уходит. Аркадион в двери. 48 секунд времени ему хватит. Смотрит с Б поджим. Крафтик в трубах. Дает инфу, что здесь пока что все чисто. Кучер, будь аккуратней. А Кучер не очень аккуратен. Сейчас... Фух, повезло так как. Какой тайминг. Кучер ушел, вышел Аркадион. Он уже на апленте ставит бомбу. Ой-ой. Давайте смотреть, что он будет делать. Бомб has been planted. Прыжочек. И ушел. Все. Нету его тут. Ох, как классно сыграл Тарас. Пошумел, пошумел на лестнице. Увидел волосы Аркадиона и дал прямо туда. Вот, чуть ниже. Поставил хедшот. Пятый раунд для ДТС. Бомба была поставлена. Плюс 2200 для каждого игрока МТВ. И 15-6, кстати, статистика Эйва. Не очень хорошо пока идет Кучер. Но, в принципе, в общем-то, все равно все нормально. Уже, если учитывать начало. Но надо последние три раунда брать. Так, ну вот теперь, что у нас будет у МТВ? Ну, должен все-таки быть все равно еще один бай. Смотрю, вылетает Трейс. Ух ты, моменталочка на Б. А тут Ангел не прощает, делает минус. Пытается аплайн прошить. Ангел отфлешивает. Очень интересные флешки от Ангела. Назад уходит, и они так подкручиваются. Классно отфлешил. Не пошли на рампы МТВ. Майн 27 хилсов. Также пытается на Ангела выйти. У Эйва 59, ну, опять же, вы хелсы видите на хелсбаре, и они в пользу команды ДТС, плюс один игрок, плюс два, минус от Хаоса. Откуда Хаос, спрашиваю, с хелпы. Аркадион по улице проходит, ну, там Попс на посту, у него есть пост, все, вот он занимает нычку. В этот раз неудачно. 58 хп у Аркадиона осталось, Зоник контролит улицу, Ангел на Б, Кучер, а здесь Хаос, Хаос все видел за ангаром, дал инфу, что там точно один есть, пытается за красный ангар посмотреть, закидали его и заходит на, Тарас разворачивается принимать пристройку, классно сыграл Крафтик, ой, минус один, минус два, под ним еще три, это Кучер, нет, сделал третий фраг, 7-6, и игра вот, в ней появляется интерес, ДТС начинают выигрывать очень даже хорошо. И снова есть бай у МТВ. Да посмотрите, у них всегда есть деньги. Это какие-то просто маньяки.
Не, ну все правильно. Сейчас бомба не ставилась. Сейчас, по-моему, уже очень даже флешек мало будет у команды МТВ. Тут по 3600, наверное, оставалось. Может быть, там 3800. Гранат все равно немного будет. И, ну, вот если все-таки этот возьмут, то на последний уже должно быть мало денег у команды МТВ. Плюс учитывая, что 3 раунда подряд, по-моему, берут или 4 ДТСов. Да, я вот этот факт не учитывал. Тут, конечно... Ну, вообще неудачно просто игра складывается пока что. Первая половина для команды ДТС. Подсадка на Б. Ага, подсаживают, подсаживают кучера. Ангел уходит отсюда. Нет, пока не уходит. Попс на посту. Да, он уже здесь. АМТВ готовят пока что плацдарм для выхода. Прошивается аплент. Очень много, очень обильно, но мало эффективно. Если честно, хаос сейчас немножко покоцали, но в основном проблем не было на прострелах. И то это гранату кидали в будку. Его она просто задела. Ну что, что так долго тусуется МТВ? Минута остается. Проходит первая минута раунда. Трей, все, выход, открывается дверь. С будки, еще одна флешка с будки. Выход, пристройка, тут тоже флешка пошла. На будке минус Тарас. Ангел уходит из девятки. Попс в дым кого-то нашивает. Хаоса также снимают на точке. Перетяжка на Б, кучер спалил перетяжку. Дал один минус. Но слишком глубоко вот вышел, и теперь уже большинство есть у МТВ. Ангел прошивает немножко, по-моему, даже попал сейчас и в кого-то из МТВ, но... Ой-ой-ой, да, Поп сейчас увидел все, что это происходило. Увидел троих. Дал инфу Ангелу, ну и Ангелу тяжело здесь. Майнет пошел вниз. Поп смансуется, пак... Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, агрессивнее Ангелу нужно было действовать. Попсу нужно было ждать и в последний момент выходить. Но решили так сыграть. Ладно. Хедшот от Майнд, минус Ангел, 8-6, МТВ по-любому выигрывает первую половину, деньги будут у ДТС, у Аркадиона, ого, двойной респаун у нас есть у Аркадиона и Трейза. Ну, давайте смотреть. Так, ребят, мне просто уже надоело тут, уже окончательно, если честно, надоело кое-что. Продажа девайсов меня просто уже в нашем чате предупреждал. Тем временем потеряли Ангела. Кучер, ну что, не зайдет? Нет, на хаоса. На хаоса. Выход, хаос! Слушай, ты тыщ! Нет, не получилось! Черт возьми! Дал минус, минус кучер от Эйва. А где же Попс? Попс вообще... Снизу. Один. Не надо ему никуда сейчас бежать. Бомбы вот ближе к Б. Он может дождаться. Потусуйся. Попс уже все равно... Все равно уже раунд вряд ли возьмется. Может быть, сейчас сюда бомба придет, и можно тут воспользоваться будет этим. Хотя, смотрите, что нет. Нет, вышел зоник на точку. Говорит, что А пустое. Эйв пока с бомбой никуда не... Нет, все-таки решил вернуться. Нет, не решил. Вот Попс его услышал над собой сейчас пробегающего, и все. Начался экшен. Уходит, уходит. Ну, понятно, куда уходит Попс. Вот увидел одного игрока, бомба на Арсе. Решил с Трейзом перестреляться, но неудачно. 9-6. Это, конечно, плохой расклад для команды ДТС. Ну, в принципе, можно, можно все изменить, если взять пистолетный, первооружейный, и повести в счете 5-0, и вообще вот свести к матч там, к 11-9, например. Что тогда будет делать МТВ, будет очень интересно. Что, ждем рестарта на вторую половину. Надеюсь, все пройдет быстро. Когда Нави будет играть на турнире? Да и сколько можно мне об этом спрашивать? Спросите на сайте Natus Vincer. Вообще, думаю, на Asus. Так, ну что, давайте рестарт, парни, мы уже ждем. Мы уже ждем с нетерпением вторую половину. Конечно, у меня сей отключены, там всех игроков, может быть, тут написали минуту. Давайте подождем. Ну, подождем, подождем. Есть шанс, небольшое преимущество от МТВ, но нужно выигрывать пистолеты, нужно вообще очень много чего выигрывать. Так, парни... Хватит воевать, давайте рестарт. Отлично.
Пошел рестарт, пошла игра. DTS MTV, вторая половина, первый матч между этими командами в рамках Intel Challenge. Через два тура будет второй матч. Но главное побороться, главное сейчас включиться. Команде DTS. Включиться с пистолетного раунда желательно. Майнет на Б. Слышим, прошивают. Слышу диглы. Хаос прошивает. 9 с попсом. Вот так вот. Прогнали Трейса. Два дигла в атаке. Патронов просто не так много, поэтому много не нашьешь. Прогоняют девятку. Ну, а никто ж не выходит под эти прострелы. Так, перетяжка на Б. Здесь уже Аркадион и Трейс. ДТС на самом деле никуда не спешат. Ну, вот по диглам, по двум диглам команда МТВ перетягивается на Б и понимает, что два дигла приятно использовать, конечно, будет на дверях вот открытых-закрытых. Поэтому просто выходят втроем на Б и четко принимают минус 2 от Майнета. Крафтик снимает Майнета. Здесь еще живой Аркадион, там уже Зоник, там уже Трейс, но Крафтик с дигла просто порабощает. Но самое веселое, что бомбу забыли. И вот тут надо диглом, конечно, пользоваться на этих стенках. Свой залепил, по-моему, только что Крафтику хедшот. 2 в 3, попс и краб, минус поп, все, Тарасу нужно мансеваться. Хедшот. Патрона, по-моему, не отрелоудился только что. Опа, еще минус. И видит от последнего, 1-1, ну хед, нету хедшота, зря. Эх, зря не получилось крафтику. Может быть, патроны закончились, последнему поставить. 10 раунд для МТВ, надо, что делать, ребята, что будете делать? Крафтик сейчас может купить, я не знаю, 5-1, наверное, шучу. Нет, не может там Тарас ничего купить сейчас. Может быть, калаш он мог давать, смотря сколько денег у него осталось после первого раунда. Ну, а так, никак. 1200 плюс 1400, ну, должен был, да, 2600 точно есть. Но, видите, решили полный эко сыграть сейчас в ДТС. Выход на Б. Здесь майнет мансуется, давайте глянем. Вот так вот, наверное. Халдятся, кстати, на рампах. ДТС, ну тут не нарулишь ничего с этого раунда. Здесь Аркадион сейчас всех подрежет. Аркадион всех убьет. А, у Аркадиона Юсп. Вот в чем фишка. Так, мы слышим ФАМАС. В девятке, по-моему. Нет. Здесь Кольт. Очень, очень прикольно играют МТВ. Все-таки они контролят. Все, минус 2 от Зоника. Минус 3 от Зоника. Спрятался за своего, перезарядился и сейчас может даже минус 4 сделать. Ох, классно сыграл Зоник. Веселый момент. 11-6, счет в игре, 5 раундов до победы МТВ. И вот сейчас будет бай. Сейчас будет бай у ДТС. И нужно ребятам всей силой просто зацепиться за игру и за этот раунд. Нужно разорвать своих оппонентов. На части просто. Смотрим, улицы много, два на улице, прошивают двое, Зоник в ангаре, за ним смотреть нужно. О, еще и Трейс. Ой-ой-ой, Трейс-то на балкончике. Минус от Аркадиона, минус Ангел, минус от Трейза, минус Кучер. И инвалидно отданный раунд получился такой. Очень важный был, но очень быстро оба умерли. Может быть, конечно, кто-то спасет сейчас ситуацию, но не верится. Еще двое на улице. Так, Скала. Скала пропрыгнет. Слышит, это должен был услышать Эйв. Не услышал. Ну, убейте Эйва, убейте Эйва. Ну, кто ж там сверху? Ну, Хаос. Хорош. Да ежишь. Там еще один есть соперник. Ой-ой-ой. Тыщ, какой жесткий Хаос. В ангаре по ножкам стреляют. Хаос, там еще двое. О, жмет Хаос. Ну, вот этого, конечно, Аркадиона он не ожидал там увидеть. Двое на улице. Попс на точке А. Пробрался под девятку. Проблема в том, что бомба на улице. Это знают об этом МТВ. Что ж мне корежит-то так? Да ё-моё. О, тихо. Минус от Крафтика. Уходит за красный. Ну, нет, Майнет не чекает. Попсу нужно идти на улицу, потому что тут ничего не наловит. Надо идти. Иди помогать тиммейту перестреливаться. Уходит. Вот он идет сейчас. И Зоник в ангаре. Ой, какая ситуация. Как Зоник-то стоит. Прям план смотрит. Сейчас минус Попс будет. Ага, Зоник не смотрит. Зоник пропускает, слышит улицу. Минус от Крафтика, минус Майнет. И помнят же, что Зоник здесь? Или не помнят? Вот сейчас уже точно помнит. Крафтик вспомнил, если что.
И один на один. Зоника 13. Контролит он будку. Ой-ой-ой. Не ходи туда. Не ходи. Не ходи туда. Не ходи туда, Попс. А не увидел его только что, Зоник. Хорош, хорош. Попс классно играет. Берется раунд. И эко у МТВ. Поэтому все хорошо. Для ДТС я не знаю, каким чудом разлился этот раунд. Там по одному настреляли. Хаос Тарасом Крафтиком классно сработали. Плюс Попс. В конце концов, вот один на один берет раунд. Все неплохо получилось. Ну и 11-7 счет в игре. 4 раунда преимущество МТВ. Ну, сейчас... А, нет, смотрите, бай! Ого! Ну, хорошо, хорошо. Пусть будут Кальте и Фамас. И вот улицу Эйва, главное, законтролит сейчас кучеру, потому что он как-то... Как-то, по-моему, не ожидает здесь увидеть сейчас оппонента. Нужно всегда, всегда не забывать про красный ящик, потому что тут много опасностей всегда происходит. Эйв, Эйв, Эйв! Ну, внимание на Эйва, смотрим, что сейчас будет! Минус от Эйва, тут еще есть соперник. Минус от Ангела. Контролится балкончик. Классно играет Кирилл Карасев. Вангар видит, но здесь Аркадион просто тройнуху отпускает. И 3 в 3. Ну, такие небольшие события на улицу прошли. Бравненько разменялись игроки. И теперь 3 в 3. В любом случае, это преимущество для атаки. Они сейчас могут вот растягивать дефенс и спокойно переходят Б. Зоник уже на точке. Будет сюрприз такой небольшой. Извините, большой сюрприз для команды ДТС. Очень даже большой сюрприз. И очень опасный. Срывоопасный, я бы даже сказал. Эх, Крафтик как нагрубляет. Просто не почувствовал даже. Вот Майнет сейчас чуть не убил кого-то из наших. Хаосу дают дэмэджа. Крафтик минус Аркадион. И как не попадает Майнет, я не знаю. Попс его сносит. Вот так вот. Так играют ДТС 11-8. А вот теперь эко у МТВ. Это 11-9. И у нас снова появляется интрига. Вот такой напряженный матчик может получиться. Как матч селекта против финнов Online Kingdom. Ну, может быть, отсюда что-то... Что-то выдавят. Давайте, ребят, да, собрали же, дотащим. Ну, главное эко не отдавать. Ну, не отдадут сейчас. Хорош, куча на улице. Зонику по башке. Раз. Надо быстро, быстро вот эко соперников решать. Аркадион зашел на ноль. Так, чекает, говорит, ребята, никого. А ну-ка мне быстро. Все, увидели Аркадиона минус Аркадион. Интересно, почему Аркадион? Думаю, в русской версии звучало бы как просто Баян. МТВ Баян. Виртус Про Баян. Это так, просто, к примеру. 11-9. Пользуем МТВ. Два раунда между командами сейчас. Если честно, только что пока смотрел на таблицу группы, немного пропустил. Да, есть девайс у МТВ. Все-таки есть там денежки. Зоник на... Плен четко 5 хп тратит всего лишь. Три улицы у ДТС нащупали слабое место и будут через улицу ходить, думаю, частенько. В хаосе кто-то прострелил. Двое поджимают за Б. Ой-ой-ой, идут на рампы. Ангел там сразу трейс дал по башке очень плотно. Хаос. Хаосу тут, конечно, у него сейчас ситуация не висит. 2D. Ого, привет. Вот новая 2D-шка. Очень неплохая сейчас. Увидели, у хаоса шансов не было. Попса уже 30 хп, Крафтику дали дэмэджа, у него 45 остается. Зоник вышел, контролит попса, минус попс. Ну и все. Конечно, печальный раунд. И не были готовы к поджимам сейчас парни из команды ДТС, конечно. Расстроились, наверное, как Ангела потеряли Кэпа. Сразу стало грустно команде. Услышали кучера уже. Хотя тут, кстати, не так страшно. Все как... На самом-то деле можно себе представить, вот если Крафтик сейчас не умрет и даст Майнету по голове, вот, например, кучер. А вот будки-то кто, свой? Где Зоник? Да вот же он прыгает, кучер! Наконец-то, кучер раздуплился. Я просто не понимаю, кто прыгает будки на прицеле у кучера, и не видно его. Ну дыма ж там нету тут. На Б-бомба ставится! Ох, как классно развели-то, развели, развели! Теперь в каналы кучеру уже нужно по таймингу. В каналы, здесь никого! Ой, как хорошо, двое с рамп. Тарасу нужно... Да, давать флеш и уходить. Длину сейчас... Вот слышит, один есть точно на железке. Дверь закрылась. Провал, стекла открылись. Хорошо, флеш. На, не попала флешка никуда. Кучер минус канала и ушел, по-моему. Да, ушел кучер. Как классно, надо мансеваться. 3.37 против 38 у Оливера. Он ждет кучера. Снимает, но раунд берет Крафтик. Крафтик просто чудотворец. Вообще раунд 3 в 5 берется. И парни, даже 2 в 5, можно сказать.
ну не в 5, но вообще идеально. Кучер, Кучер, Крафтик. Вот эти парни, вот эти два парня просто разобрались. Просто жестко. Молодцы, молодцы, 11-10. Смотрим на респаун. Здесь пошли дропы, заканчиваются деньги у Immortal Teamwork. Очень важный сейчас... Не то, что очень важно, они сейчас все раунды важные пошли. Ну, кстати, да, есть Фамос, Кольт, Фамос, Кольт, Ангел на улице. Быстро, быстро проходит. Ой, как быстро проходит улицу. Зоник, когда может... Нет, Зоник уже зашел в плент. Стекла закрывает дымом вот рикошетной гранатой. Уходит Кучер назад очень быстро. Ангел Хае на балкон. Там никого все-таки на балконе в этот раз. Раскидал все гранаты. Ангел проходит улицу. И вот только сейчас к нему выходит МТВ. Всей кучей. Втроем были. Минус от Попса. На планте. А, снимает Эйва. Откуда снимает Попс? Наверное, с будки или на двери. Поймал. Крафтик делает фраг. Выход на Б. Тут двое будут сейчас. Трейс. Отлично играет Хаус. Аркадиона разменял. Аркадиона должны разменять. Да, разменял. Аркадион двоих снял. Хауса и Кучера. Но Крафтик пришел. Трое против одного. Зоник последний. Сейчас у МТВ заканчиваются деньги. Да. А помните, я в начале не то, при счете 7-2 говорил, что ну уже, наверное, шансов никаких нет практически у команды ДТС. А все как... как все поменялось-то вообще во второй половине. 11-11, у Зоника 15 хелсов, и он уже сейвит кольт, он уже понимает, что сейчас проблемы большие у всей экономики датской команды. И тут, конечно, кольт лишний, да и армор никогда лишним не будет. Да, а тут все еще начинается, ребят. Тут все начинается. Мне кажется, что Тарас просто испепеляет датчан. У него очень хорошая статистика будет после игры. 14 на 3, 6, 7, 6, 5, 3, 6, 2, 5. Это все фраги ДТС. Сейчас кто-то бомбу взорвал. Ангел вот поднялся. Но Ангела пока нет в атаке. Ангел, ну как есть, он координатор, капитан. Это, конечно, очень много сил на это тратит. Но нужно увидеть его фраги. Вот что хочется. Дигл. Один кольт точно есть. Засейвленный дигл. Еще кольт. Да-да-да. Тут вот снова начинаются эти штучки датские. Вот эти прикольчики. Они очень, конечно, прохаванные ребята. Любят... Ё-моё. Любят, конечно, всякие приколы исполнять. Сейчас из девятки выскочатся под флешку. И тут главное, чтобы наших не раскидали. Это будет эпично. Вот Кучер прошел под девятку. Его уже тут простреливают. Кучер, держись! Хоть одного же! Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну это... Вот у меня куча мата уже просто в голове появляется. О, ну так только наши могут. Просто так могут только наши. Датские штучки, конечно, крайне опасные. 12-11. Вот вам эко с одним кольтом и четырьмя диглами. Фу, вот это да. Вот это да. Это, ну, опять же, первый фраг очень важный. Видите, в такой ситуации пропечатался дигла кого-то трейс, и все. И там дальше понеслась. Я плачу и смеюсь. Ну ладно, ладно. Надо иметь спортивную злость парням сейчас и еще быть еще злее, еще целеустремленнее, еще сконцентрированнее в этой игре и довести все до нормального расклада. Ангел на улице. 4 пока что игрока простреливают и там заходят на 0. Ангел не ждет пока что ангар. Но там сидит большой человек Зоник. Хороший игрок, конечно. Команда у него замечательная. Но, опять же, мы болеем сейчас за команду ДТС и, конечно, хотим от этих парней хороших результатов. Так могут же ж. Как же ж не было вот сейчас... Ладно, я буду молчать просто. Сейчас можно все сравнять еще. ДТСом. Должны были выходить они вперед в предыдущем, после предыдущего раунда. Но, видите, не судьба. Раскидывается плент, идет выход. Кучер минус, Ангел минус, Аркадион, Трейс, 3 в 3. Ангел, я даже вот, не на все фраги попадаю. Аркадион из девятки. Ну, да ё-моё, Аркадион, Ангел 1 на 1, 16 хп и 49 у Майнета. 4. Ну, Ангел слишком тут отца включил режим, такой год мод. Красный пытался выйти, все-таки дать хедшот. Не засчитал, это не лан. Здесь пинг. Часто решают судьбу
матчи. И 13-11. Ну, снова бай, снова попытка перевернуть. Есть двойной... Ой-ой-ой, есть хороший респаун. Нужно бежать. Нужно использовать, по-моему, респаун и рвать и метать. 13-11, пользуем ТВ. Но все равно еще не все потеряно. Снова раунд повторяется, по-моему, хотя Кучер с Ангелом вместе на улице. Зоника в ангаре, там еще в пристройке. Эйф уже зашел. Минус 2, прыгнула ХЛТВ, проехала. Походу, Эйф на двери два фрага эти сделал. У него 2 хп остается. Ну и, как всегда, чего-то в конце где-то не хватает. Плохо. Плохо-то как. Минус от Зоника, минус Кучер. А как все круто было, ребята. Ну, сейчас деньги еще закончатся. Вот ДС 14-15. Да, тяжело будет. Тяжело. Если хаос и крафтик сейчас нет. Уже только хаос может брать раунд 1-4. Но не может. Трейсов хорошо принимает. Нежданчик, хэдшот. 14-11. 5-5 счет второй половины. 9-6 был счет в первой в пользу МТВ. Ну и смотрим на респаун атаки. Тут удивленные скины контртеррористов смотрят друг на друга. Понимают, что здесь все печально. Давайте цель. Мин-модулс уберем там на нолик. Видите, на самом деле они разные. Ну что, парни. Последний просто шанс вытащить игру на ничью будет в следующем раунде. Сейчас, конечно, ну эко, конечно, можно взять и еще выиграть игру, но... Кто в это поверит? Топчется, показывается, что уходит на Б, возвращаются в будку. Хаос вылетает первый, была флешка. Плоха, видит минус от крафтика, минус планти. Аркадион еще, ну же! А, не получилось, хорошо, классно. Три фрага сделали, уже неплохо. 15-11, нужно 4 подряд сейчас тащить. 4 раунда подряд. Очень хочется, чтобы команда МТВ дала еще парням ДТС поиграть. Точнее, ДТС еще сами себе дали поиграть. Двойной респаун. Первый. Сейчас посмотрим, куда направляется команда ДТС. Гранаты близко, здесь никого. И тут 3Б, тут 3Б. Ну, какие-то читала из Дании, но Кучер ловит будки. Минус от Кучера, минус от крафтика. По-моему, на Б крафтик дал фраг. Нет, на А, перетяжка сразу же, двое в девятку. Аркадион остается на Б. Хаос вылетает на все, выход А пошел. Кто-то там, хаос уже на точке. Проверяют все, ставится бомба. Аркадион снизу, с Б будет с каналов выходить. Минус от Аркадиона, минус 2. Ой-ой-ой-ой, это проблемы. Ну, крафтик, это все, трое против одного. Зоник сейчас задавит просто ДТСов. Нет, Тарас не прощает. Еще хедшот от Тараса. Еще все-таки убивает Зоник с хаешки Ангела. 15-12. Еще 3 матчпоинта у ДТС. Нужно тащить, конечно, ДТСом все подряд. Что у нас у МТВ? Слушайте, по-моему, денег нет. Есть, последнюю секунду закупаются просто после фристайма. Не знаю, какие-то фишки МТВшные, чтобы там, не знаю, может быть, они думают, что кто-то будет их палить там. Или подсказывать, я не знаю. Ну, я за многими командами наблюдаю, что последнюю секунду идет бай. Минус от Кучера, минус Эйв. Неплохо, неплохо. Хорошо, на улице, видимо, сразу тут был сделан фраг. Там еще двое на улице. Вот второй раз угадывают направление атаки вроде бы МТВ. Но все равно все отлично заканчивается для ДТСов. В прошлом раунде пытались немножко подаркадить Б. Потом вовремя оттянулись назад и классно выиграли раунд. Поймали на перетяжке Кучер первого. Потом раунд хорошо развился. Теперь на улице было 3 игрока МТВ. Там дали минус и снова перетягиваются в другую, на другие позиции ДТС. И снова открывает хаос минус, открывается сейчас дверь и выход на план пойдет. А МТВ тусуется на улице, Трейза выпустили в ангар. Вот Трейз сейчас ангара будет как раз по попсу и стрелять. Нет, нет, пока тусовка продолжается. Не спеша, ДТС убрал попс флешку, перестал с ней стоять. Ангел уже под Б, Трейз вниз уходит. Майны также вниз. Аркадион один на Б перестреливается с Ангелом, получает флеш и выход аплант на пустую точку. Выходят сейчас ДТС. Ну что, это еще один раунд должен быть, 5 в 3. Вот сейчас нужно выбить девайсы. Это понимает Ангел, это понимаем мы с вами, вот фанаты Counter-Strike, что сейчас МТВ будут экономить деньги, прятать девайсы. И сейчас очень важно забрать у них все, дать по зубам, отгопать в конце концов на карте и выиграть 13 раунд. Подчистую, вот подчистую. Трейс уже минус 2 сделал, вот так вот отгопали. Датский гопник тут работает. Не отдает девайсы ни за что.
Ну что, взрывается бомба. Дать минус. Да что ж так? Да, ё-моё, 4 фрага от Трейса, и он сейвит. Сейвится 2 девайса, и 4 наших пушки падает. Не, ну, вообще жестко было, печально сыграно. Ну что, эко или нет? Сейчас посмотрим. Чик. Дал 2 дигла. Взял Фамас, точнее остался Фамас. И два игрока, наверное, еще... Нет, и два игрока с успами. Тут какие-то комбинации у Аркадиона вечно. Жестоко экономические комбинации. Прокручиваются в его светлой, надеюсь, голове. Но ДТС пытаются вытащить на ничью. Так, двое на... А, еще и майн атаколь. Да, тут же два сейва было, да. Два сейва, я забыл. Два девайса, два дигла и один юсп у Аркадиона. Ого, вот я боюсь таких раундов больше, чем девайса, потому что на девайсах все нормально, парни все берут, а на каких-то эко, полудиглах, полузакупках уже вот были такие отдачи, помните, один кольт, 4 дигла. Вот снова первый фраг хаус, наконец-то. Второй фраг крафти, хорошо, бомб has been planted, 9 минус, один кольт выбит, спину законтролили, трейз один на планте, против троих, 27 секунд до взрыва, не отдаваться, все четко сыграно, с трех позиций выходили, 15-14. Ну и бай сейчас будут, конечно же, будут деньги у команды МТВ. Тут вообще без вопросов. Закупаются парни под завязочку. Ну и давайте следить за этими парнями, что у них здесь сейчас будет происходить. И многие команды вот и скины выбирают себе как-то специально удобно там. Но, по сути, наверное, это все-таки не так важно, когда есть команда цель InModels. Ну, конечно, лучше играть с нолем. Так можно различать по скинам игроков и своих различать так по-быстрому. Ну, не знаю, кому-то удобнее играть с единицей. О, это ладно. Майнет, Аркадион делают фраги. Снова поджим с рамп. Улица в недоумении. Ангел и кучер. И нужно тащить раунд 3 в 5. Но вот Майнет красный. Парни, конечно, про это вряд ли знают. Очень нужен первый фраг сейчас от ДТС. Если его не будет, 5 в 2 раунд не берется. Хорош, ангел. Просто перевернул Трейса. Майнет красный, не забывайте, вот сейчас бы Хае ему кто-нибудь бы отправил. Будку шьет ангел, спокойно. У ангела есть хелсы. Контролит 9, кучер уже перед будкой. У ангела уходит вообще подальше. Майнет на Б, кстати, один. Может быть, к нему стоит зайти в гости. Либо его уже подсадили, кстати, давайте глянем, где Майнет. Да, подсадили 6 хелсов. Какие жесткие, когда они успевают это сделать. Ну а здесь ангел прошивает аплент. Размен, минус от ангела, и что, двое против одного красного, какие жесткие ДТС, ну это, наверное, 15-15 сейчас будет, смотрим, смотрим на карту, что делает Майнет. По-моему, жестко все. Ой-ой-ой. Минус один кучер. Фраг делает. 15-15. Фух. Вот так вот. Вот так вот играют ДТС. Не теряют. Не теряют они очки. По одному расходятся с командой МТВ. Хотя это была карта МТВ. Очень жестко шла игра. Я говорил, что вообще после счет 7-2 был в атаке. МТВ выиграли. Я говорил, что все. Там финита ля комедия. Но нет. ДТС тащат. Сравнивают счет по итогу, играют ничью и расходятся с МТВ. Неплохо, неплохо от ДТС. Все прошло. Скажу парням просто респект за такую вот игру, как они вот по размену играли просто великолепно. Могли сыграть лучше, ну ладно. И так хорошо. На своей карте, я думаю, это будет что-то типа Инферно. Я думаю, будет все неплохо у ДТС. А может быть и даст, а может быть что-то еще. Посмотрим. На сегодня наши матчи, друзья, закончены. Могу вам сказать, что завтра все-таки будет обзор. Я его успею к нему подготовиться и провести. Обзор первой игровой недели. Там повыбираю какие-то моменты. Вспомним все игры, которые проходили в первом туре. Ну и, в принципе, одна игра, там не сыгранная с первого тура, это игра команды Millennium. Думаю, не страшно. А также завтра еще у нас будут интересные матчи. О них я напишу в Твиттере, о них я напишу в группе Steam, о них я напишу ВКонтакте, в конце концов, и на сайте Киберарена ТВ, вот если он будет завтра работать. Поэтому следите за обновлениями везде. Ну и все. На сегодня все, друзья. Вам всем удачного вечера. Всем пока. С вами был Тафа и Киберарена ТВ. Ждем вас завтра на очередных матчах Intel Challenge Суперкубка 8 сезона. Всем пока.